Погнали дальше. Проходить. Реал 2. Что у нас там ждет впереди? Сейчас посмотрим. Сдавайтесь, сосунки, вы обречены. Ну так иди и возьми нас. Маршал. Так, кто там по нам стреляет? И вы оба выходите. Мечты, мечты. Наконец-то помощь. Оставайтесь на месте. Тебя убьют. Ты в порядке? С ногой проблема, но я разберусь. Кажется, что-то пошло не так, да? Ага, у нас здесь 3 смарт-бомбы, и все они управляются по радио. И слаги напали нас до того, как мы успели их взорвать. Я последний, кто остался в живых. Не дело это, оставлять наполовину сделанную работу. Они взорвутся через 5 минут после активации. Не очень-то много времени останется на отступление. Никаких проблем, я хорошо бегаю. Возвращайся к кораблю, Небан обеспечит транспортировку. Мои EMP-гранаты лежат здесь, справа в тайнике. Возьми их. И кажется, у моего приятеля была снайперская винтовка. А ты не дам замотив снайпер ударить эту часть. А, дамба там, что, да? Хорошее ружье. Поставил птичку. Птичку жалко. Thank you.
Ой, мы закрыли секцию Б. Отсюда нет выхода. Брось оружие и жди прибытия службы безопасности. Если ты подчинишься, тебе не будет нанесен ущерб. Джон, пехота уже далеко. Какого черта ты? Что ты тут делаешь? Да так. Просто гуляю тут, Аида. Не волнуйся. Только не говори мне, что собираешься активировать заряды. Ну ладно, не скажу. Да чтоб тебя разнесло, Джон, когда ты уже уберешься? Проклятый упрямец. Ой, а ты типа нет.
остановить. Сказали бы не только наблюдение. Где он сейчас? Он мертв? Я не знаю. Я не могу его найти. Не можешь найти его? Куда же он мог деться? Он же здесь был закрыт. Да я ищу, ищу. Он на потолке. Сюда! Вот здесь! Этажом ниже.
сцена вылезла какой-то. Окно пришлось перепустить игру. Будет тебе, Аида. Приятель, это твои заботы. Я не собираюсь тебе ничего говорить.
У тебя есть всего 5 минут, чтобы выбраться отсюда. Дальтон, пошевеливайся. Хватит там копаться, давай скорее.
Чё тут задержался? Лабиринты. Одна минута до взрыва зарядов. Беги, быстро беги к ближайшему выходу. Как бежу? Забываю сохраняться, блин. Так, что нас там ждет дальше? Долгая загрузка. Лайтис. Проблема не здесь. Она не должна быть здесь. Она должна быть в панели управления энергией. Что это за хрень такая? Морской козел. Муста подобрал его, когда мы забирали пехотинцев со святилища. Это единственное место, где они водятся. Маленькие ублюдки. Ты можешь с этим разобраться? Нет, нам придется сесть. Черт, Небан, выбери место поспокойнее и проинструктируй маршала. Почему Аида так сильно любит Айзека? Несколько лет назад Айзек и Аида вместе служили на флагмане землян. Она была офицером запуска. Во время битвы со Скааржами корабль получил повреждения. Он был ранен, заперся в своем кубике, и он паниковал. В этом нет ничего необычного. Команда бойцов была готова к запуску. Он открыл шлюз слишком рано, и их всех унесло в космос. После этого он просто скрутился на полу и отрубился. Чтобы запустить следующую группу, им пришлось вломиться к нему. И Аида до сих пор не может простить ему это? Он называет это преступной халатностью. Они победили Скааржей, но ее друзья были мертвы. А Айзек так и не смог оправиться от случившегося. После медицинских процедур он начал заглядывать в бутылку. Сейчас он вернулся, чтобы снова заявить о себе. Но он не знает, хватит ли у него на это сил. Буду рад провести для тебя инструктаж. Итак, ты готов? Конечно. Наверное, даже больше, чем ты. Морской козел повредил наши инерциальные системы управления.
мы вынуждены высадиться на планете Калитон для проведения ремонта. Мы вынуждены высадиться на планете Калитон для проведения ремонта. Местная атмосфера пригодна для дыхания. Воды немного, биосфера небольшая. Господи! Продолжение. Военный аванпост Килон 5-7 служит в основном в качестве склада и ремонтного ангара для кораблей, которые путешествуют по этой пустынной части космоса. Ого! Мы расположимся за стеной, но наемники ангелов Леандры скоро узнают, что мы здесь, и определенно нападут. Связь от вас зависит, удержите ли вы их, пока Айзек починит корабль. Он ждет вас в отсеке оружия. Что у тебя на уме? Откуда это долбанное создание взялось? Морской козел. Муста подобрал его, когда мы забирали пехотинцев со святилища. Это единственное место, где они водятся. Маленькие ублюдки. Итак, вот что я думаю. Потерянные древние реликвии или ящик Пандоры? Ты шутишь? Они опасны. Иначе зачем было украшать их глифами и раскидывать по всей галактике? Спорю, что когда они раскроют код, то получится нечто вроде «бегите как от смерти». Ты здесь для высадки? Давай просто посадим корабль и закроем вопрос. Никаких проблем. Дайте-ка взглянуть. На этот раз куча новых игрушек. Глянь-ка, я модифицировал режим альтернативной стрельбы для гранатомета. Ну, прямо новая пушка получилась. У меня больше нет EMP-гранат, которые ты нашел на Северной. Но к твоему возвращению, думаю, я что-нибудь смогу организовать. Выбирай. What are the specs on the Widowmaker? Отличный инструмент с масштабируемым прицелом. Оснащен компьютеризированным прицелом, который учитывает ветер и все такое, чтобы донести заряд 50-го калибра в нужное место. Альтернативный режим переключает оптический прицел. Заряды обычно не так легко найти, так что не трать их зря. Что-нибудь еще? Увидимся позже. Корабля нет моего, этого челнока. И куда-то я спустился. Запрос на отключение щита. Понял. Щит отключен. Активация щита. Проверка вот это. Наши друзья-пехотинцы связаны с этим. Мобильные генераторы плазменного поля. Они используются точно так же, как и оружие. Первичный огонь маркирует одно место, а затем, если поблизости есть второй маркер, связывается с ним и формирует щит. Нажми альтернативный огонь, чтобы пометить последний маркер в цепочке. Кнопка «Использовать» покажет расчетные повреждения.
Но если ты используешь генератор поля, то таким образом ты его подберешь. Если ты подберешь поврежденный генератор поля, он не отремонтируется. После того, как ты установишь его в другое место, он также останется поврежденным. Если же ты несешь более одного генератора, то устанавливаться будет тот, у кого меньше всего повреждений. Все пушки функционируют более-менее одинаково. Не забывай, что у них есть только небольшой сектор обзора. Первичный огонь устанавливает и активирует пушку. При использовании прицела можно посмотреть список повреждений. Процедура подбора, установки и получения информации у пушек полностью аналогична генераторам поля. Разведывательный зонд Леандра уже недолго осталось. Мы вызвали другой корабль, но он был сбит, так что теперь где-то здесь лежит клад. Тебе нужно найти его и установить защиту. Задержи наемников на достаточное время, чтобы я успел починить корабль. Если кто-то сможет пройти через эту дверь, нам конец.
Ребятки, вы не могли бы подсуетиться? Айзек, ну сколько тебе еще осталось? Подай-ка мне вон тот гаечный ключ. Всегда рад помочь. Не трогай это! Маршал, нам нужно больше времени. Ну да, конечно. Снова Леон. Я сражаюсь так быстро, как могу. Вот, Айзек. Дай-ка я помогу тебе. Нажми эту кнопку. Нет, не эту! У нас опять посетители. Иисусе, разве я рассылал приглашение? В пути.
прочитал инструкцию. Ты лишил меня гарантии. Заткнись! Айзек, ты закончил? Угу. Теперь мы можем уходить? Понятно. Возвращайся на корабль. Фу, так, вроде отбились, да? Чё-то даже как-то и без сохранялок пока играет. Блин, забыла. И спойлер все сначала бы начал, блин. Сейчас надо не забыть сохранить. Давай скорее. Атлантис. Рад, что ты снова в деле, Джон. Как корабль? Почти как новый. Я так и думал. Мы открыли секретное оружие из Анаги на Сулфероне. Перехваты показали, что они разработали новый аналитический инструмент, который помогает им находить эти артефакты. Нам нужно врываться туда и заполучить это. Еще одна охота за артефактами? Только в этот раз нам нужна только информация. Отправляйся туда, заполучи данные и доставь их обратно. Так... Потом за данное надо заполучить и доставить их обратно. Визуальные признаки? Ответ отрицательный. Область зачищена. Передовая база. Хрен вы говоришь. Так, сохранимся. Ну и на этом все. Давайте, пока.